Под маской мандрила скрывался я, Эльчин Азим. Ну, конечно же, а куда денемся? По мандрилям. Мандрюша, я его называю Мандрюша. А Мандрюша научил меня... Я себя, в принципе, не стесняюсь какие-то свои шалости. Но он научил меня быть еще более раскрепощенным. Он научил меня танцевать, как оказалось. Открыл во мне какие-то уникальные способности, которые я до этого не демонстрировал. Это очень круто, за это я ему благодарен. Он сделал меня более пластичным. Он вернул меня в детство, еще раз скажу. Это абсолютная правда. Посмотрите на эти глаза. Посмотрите. Дорогие подписчики сообщества, уникального сообщества Маска. Все читал, все не могу сказать, но очень многое читал, старался анализировать. Порою, кстати, прислушивался к вашим рекомендациям и советам. Спасибо, что вы есть. Те, кто любили и любят Мандрила. Те, кто не очень хорошо к нему относится. Потому что, даже не любя его, вы делали его гораздо сильнее, чем он есть на самом деле. Спасибо вам огромное, что вы являетесь частью этого уникального проекта. Проекта под названием «Маска».